Добрый день, уважаемые зрители. Продолжая светодиодную тему, хочу представить вашему вниманию светодиодную ленту, купленную в магазине Gearbest. Значит, длина ее 5 метров. Значит, вот такие вот светодиоды небольшие. Ширина ленты небольшая. Вот. Значит, напряжение 12 вольт. Здесь я подключил источник питания, блок питания. Он в комплект не входит. Для того, чтобы, так сказать, продемонстрировать свечение, подсоединил его. Значит, на первый взгляд кажется, что тут меньше 5 метров, но на самом деле тут 5 метров есть. Вот, и светит довольно ярко и приятно. Вот такой свет. Сейчас я уберу дополнительный свет. И будет все очень хорошо видно. Значит, стоимость этой ленты $3 регулярная, но бывают акции, можно за доллар взять, вот, или же через приложение за 2,60. Вот, я считаю, что цена вполне оптимальная. Вот, лента яркая, вот, и очень хорошо ее монтировать. На обратной стороне липкая лента, липкая поверхность, можно, так сказать, ее в любых положениях и в любых местах, значит, использовать. Вот так вот она светится. Значит, спасибо за внимание, всего доброго. Значит, в описании будут ссылки на данный товар.